Ну, наконец-таки мы этого дождались. Стой, ты давно хотел купить дешевый робокс, но не знаешь где? Тогда робокшоп для тебя, ведь у них очень выгодный курс на 1000 робоксов, ты можешь купить всего за 700 рублей. А также у них есть быструю поддержку, с помощью которой ты можешь решить свою проблему в любой момент. Робокшоп ценит своих покупателей, именно поэтому дает гарантию качества. Тысячи покупателей в том числе остались довольны после покупки робоксов на этом сайте. Ну а по секрету, в их ВК-сообществе ты можешь получить бесплатные робоксы. Так что я советую тебе не упустить такой шанс, ссылочка в описании и в закрепленном комментарии, но мы переходим к ролику. Ну и всем привет, друзья, и всего же ролики у нас будет обзор на новое долгожданное пожарное обновление. И сегодня со мной Ханси, Кирилл, Грозный, Макси и Расим. Поздоровайтесь. Привет. Всем ку. Привет. А, ну ладно, Хансик у нас и Расим без... сегодня, ну, не в трибуне. Короче, давайте с самого главного начнем. Это снова автосалона. Давайте прям вот входим. Тут у нас встречает три платформы. Дальше у нас тут... Что это? Что это такое? А, точно, ресепшн. Три офиса. Ну, обычный туалет. Все пацаны все в туалет. А я думала, что беди. Что? Это тауэр... Это туалет Tower Defense, о май гад. Так, ладно, car elevator, быстренький такой спидранчик по первому этажу. Так, дальше у нас тут вот такие вот спавны новых пожарных машин. Давайте я вам... Ну, нет, ладно, попозже к этому перейдем. Что у нас там дальше? Второй этаж. Давайте быстренький спидранчик. Там банька. Да, блин, там спа, ой-ой-ой. Я просто представил, как там пожарные эти... пожарники, не знаю, как их назвать. Так, у нас тут такая кухня. Пожарная. И лютая, просто лютая качалка. Все, я тут буду каждыми ночами заниматься, чтобы просто вообще было прекрасно. Меня очень что взбесило такая тема, то что вот тут, если вы просто прокачаете автосалон до вот этой вот таблички, то вы можете за бесплатно одеть мерч. А я его за 10 робоксов, блин, покупал. Пипец. Ладно, тут у нас такие шкафчики, и самая лютая тема — это спа, вот такие вот душевые, и ой-ой-ой, все забрались, блин, Грозный вообще просто люто подходит. Как же это люто, господи. Ну тут у нас такой мини-огонь, короче, пошлите дальше. Банька — это прям... Да как же Грозный выглядит жестко. Да, как же это Грозный чувствует. Банька, конечно, прям она люто тащит, сауна. Тут у нас вот такой вот шест для спускания. Ну, попозже к нему перейдем. Я хочу с третьего этажа спуститься. Шест. Осуждаю. Ну, так, тут же... Тут также три платформы. И на третьем этаже, в принципе, мало чего интересного. Такие вот, как бы, кресла для ожидания. И снова три платформы. Давайте на жесте скатимся. Я вот за кадром нашел один интересный баг. Если мы начнем на него прыгать, тоже. Типа, вот и начнем нажимать на В, то мы, да, мы можем наверх. А, блин, у меня не получилось. Ну, короче, вы видели, кто-то там улетел наверх. Вот. Yeah. Ну, короче, вы можете так легким способом оказаться на крыше. Че, как думаете, как вам этот автосалон вообще? Что нужно нажать? В? Ну, просто, типа, да, просто, типа, разгонись. Нет. Как вам этот вообще автосалон? Да нет, ну не снизу, сверху, с третьего этажа. О, получилось, почти получилось. Да нет, с третьего этажа надо, блин. А снизу? А, у меня кто-то потолкнул, протолкните. Короче, все, хватит со своим там шестом играться, потом будете это делать. Это моя работа, я оскорбляю. Короче, все, пацаны, как вам этот автосалон? Вот от 1 до 10. Ради шеста 10. За баньку 8. И за шест 10. Согл, прям прекрасный автосалон. Банька и шест просто затащили. Короче, в прокачке вроде бы этот автосалон стоит 4,5 миллиона, ну 4 с копейками каким-то там. И еще плюс к этому прокачка всех стендов стоит еще, ну там примерно 1 500 000. И короче, давайте сделаем такой краткий и подробный обзор вот этой вот пожарной машины. Давайте выйдем. Блин, у меня аж подлагивает от количества людей, жесть. Короче, сейчас я прям с фрикамерой включу, чтобы было. Вы знали, что в машину скорой помощи можно лечь внутрь? Да, ну это потом покажу, не спойлери, блин, когда будем показывать. Нет, я тебе это чисто говорю, может, да я знаю. Я тоже только что узнал. А я давно узнал. Еще до обновления, О, пацаны, все берем шланг и поливаем грядочки. Да, поливайте, молодцы, пупсики. Короче... Да блин, ну сейчас будет все синее, вы угораете. Короче, вот так вот она выглядит. Тут у нас вот такое... Цвет настроения синий. Да вы угораете, хватит петь Киркорова. Короче, а ты его любишь, ты мне говорил. Короче, тут у нас вот такая вот панель управления. Огромный салон, прям вот тут очень много сидений, как бы вот. Ну, вы сами, думаю, видите сейчас, блин. Если просто нажму на Е.
чтобы подлететь наверх, я сяду. Вот, а... У Кирилла когда-то эти крылья покрасились. Вот, короче, вот такой вот тут салончик, прям очень много сидений, мне это прям нравится. А, что тут еще? Да, кстати, наконец-таки Фокса сделали этой машине коллизию, потому что вот прям в начале обновления на нее нельзя было забираться. И типа, сейчас нету тоже снова почему-то. Что за фигня? А, вот, я на чужую могу забраться. Короче, вот тут у нас вот такая вот лесенка, такая вот, как бы, так скажем, панель управления. Мы, конечно, к сожалению, ничего не можем делать с этой лестницей, но, тем не менее, выглядит она прикольно. Что еще? Давайте я вам покажу все машины, которые даются за прокачку этого автосалона. Сейчас сделаю день. Так. Какая там первая машина? Точно. Ford Explode. Вот этот вот. За 15% прокачки его дают. Стоит он 45 500. Вот так вот он выглядит. По факту это вот тот самый Dodge, который, не знаю, сейчас я его найду. Полицейский, короче. Он прям точь-в-точь. У него такие же фары, не знаю, сейчас покажу. Сейчас найду. Так, где он? Ну, я, наверное, уже пролистнул. Короче. Не знаю, нет, я хочу показать все-таки. Так. Блин, вы можете найти, пожалуйста, такой же Dodge, только полицейский? Просто у меня, я не могу найти просто, не знаю. Кирилл нашел. Кирилл поставил. Да это не оно, это тот же. Алло. Так другого нету. Да есть, блин. Понял. Сейчас я найду. Да, Кирилл вот заспавнил. Короче, очень похож на этот же. Такие же вот эти вот фонари. Только спереди вот этой фигни нету, вот этого бампера. Ну, чуть-чуть другие фары и, ну, нету салона. А по факту это та же самая вот абсолютно машина. То есть они прямо почти одинаковые. Дальше, что у нас там? Характеристики. Характеристики у этой машины вот такие вот. И вот такой вот у нее салончик. Ну, простенький, но, тем не менее, хорошо, спасибо на то, что он есть. Следующая машина за 50% вроде бы прокачки. Это у нас вот такой вот Mercedes Ambulance. Вот такие вот у него характеристики. Стоит он 61 тысячу. Вот такой вот у него салончик. Уже прям прикольный, как у Газели. Просто стабильная, стандартная такая Газель. В моменте просто, когда ты добавили Газель. Короче... А я думал, олень. Ха-ха-ха-ха-ха. Боже, Максим просто заносит. Короче, вы можете отсюда выйти, я хочу показать салон. Отойдите. Ну вы просто все сюда налетели, блин. Вон Максим лег. Короче, что вы делаете, что происходит? Давайте я лучше с рекамеры покажу. Ой, так и быть. Сейчас. Вот так, во. Короче, там вот есть интерьер. Вот, типа такие шкафчики. И сюда вот на эту фигню можно лечь. Максим, выйди, увидишь, что будет. Выйди. У тебя не работает. Просто вот я когда играл с Дексфором до обновления, там он просто вылетал, когда он, выходил с этой фигни. Короче, прикольная достаточно машинка такая, просто Фоксас в моменте. Да, я упал. Вот, ну, только там, типа, можно перевернуться, вообще отлететь. Так, что у нас там следующее? За 85 или за 75% прокачки у нас Ford Fire 150, вот такие 80, вот у него характеристики. За сколько? За 85. За 85. Понял. Вот, 103, получается, тысячу он стоит. Вот такой вот у него салончик, прям прикольный достаточно. И вот так вот он выглядит. К сожалению, назад никуда нельзя садиться, это просто по факту пикап вот с таким кузовом. Прикольная такая тачка, если мы включим еще мигалки, то спереди вот эти вот фигни светятся. Прикольно, конечно, но ничего удивительного. Так, что вы там делаете? Почему вы тушите самолет? Он не потушится. Ладно, пофиг. Насчет, кстати, ивента, который должен был выйти сразу, но, к сожалению, его добавят только через 3 часа, черт возьми. Если мы соберем 80, получается, как его? Как они называются, эти фигни? Бутылки. Бутылки, гениально просто. Нет, вы поняли, думаю. Ой. Огнетушители, да. Хансик, да, огнетушители. 80 огнетушителей по карте, то мы получим Fire Helmet. Типа, я думаю, что он будет достаточно прикольный. Конечно, пока что не видно. Вот, ролик я, если не обленюсь, то сниму для вас, как где это все найти. Но пока что не обещаю.
Так, давайте я покажу вам физику, типа, как тушить, ну, машины. Сейчас я возьму, заспавню снова эту пожарную машину. Там, короче, могут падать, ну, как бы выпадать, чтобы тушить дома, типа такие старые, Леон, которые были на Хэллоуин. Самолет, а, нет, вертолет и обычная машина. Давайте сейчас посмотрим, что нам сейчас попадется. Это, кстати, это прям прикольно оно работает, прикольная физика. Типа вот мы достаем вот этот шланг, тушим, мама, прям прикольно, я сейчас вам покажу. И еще плюс к этому нам за это дают деньги, типа. Хватит. Салатик. Реально. И еще плюс к этому нам за это дают деньги, типа, как бы, как в работе на эвакуаторе. Блин, я только приехал, закончилось. Алло, вы угораете. Сейчас дождемся следующего. Блин, как же он люто дрифтит. Боже, как же этот, как же эта пожарная машина чувствует. Господи, я просто не могу. Что происходит в чате? Почему грозный люто стонет? Ладно. Так надо. Ну, реально потому так что... надо. Да. О. Ну блин, да где этот огонек? О, появился, сейчас доедем. Я хочу просто вот вам продемонстрировать. Потому что я уже это тестил. Вы там до сих пор пытаетесь потушить самолет? Всем привет, а, нет, моя там уже всем все равно. Так, блин, как же этот пожарный тракт чувствует, господи, я не могу. Так, вот, что у нас тут? Тут у нас машина, к сожалению, в этот раз. Тут у нас бывает и самолет может... Ой, вертолет, и дом. Короче, все подряд, я вам уже сказал. Вот, достаем эквип, делаем. И, типа, конечно, багается анимация, меня это бесит. Вот, ну да ладно, мы это тушим. А что у меня оно оторвалось? Надо поближе подъехать. Сейчас, потому что у меня оторвается эта фигня, бесит. Короче, это какой-то Porsche. Ну, я думаю, вы поняли саму механику. Сейчас я, если успею. Кирилл, что ты там угораешь? Что ты такой лютый, господи? Да блин, что я сажусь? Дайте мне уже взять. Во, все нормально. Погнали. Давайте тушим. А еще, ребят, если у меня кто-то есть... О, 12 тысяч дали. А еще, ребят, если у меня кто-то есть, кто меня сейчас смотрит, ютуберы, то вам отличный гайд, как делать лютые переходы. Просто в камеру брызгаем вот этим вот бесплатным, перцовкой, как бы, который дается каждому игроку огнетушителем, перцовкой. И все. Да-да, перцовку просто в глаза своим зрителям. Не, конечно, осуждаю, но ладно. Но это факт. Так, в принципе, наверное, это все обновление, да? Да. Просто... Все, окей. Да. А, еще новый кодик. Он называется... Пока! Реально. Новый кодик называется Firefinger. Ну, просто если я его начну вводить, я просто, не знаю, себе мозг, короче, сломаю. Вы сейчас видите на своих экранах, и даст он вам 80 тысяч игровой валюты. На этом все. Всем спасибо за просмотр. И пока-пока. Попрощайтесь, пацаны. Пока! Максим просто затащил все. Hehehehe